могу открыть! Оставь! Тут надо выживать! Берегись! Она здесь! Эй, женщина! Не стреляй! Убить ее! Выход был прямо под ними. Выход был прямо под ними. Выход был прямо под ними.
колокол подойдет. Колокол подойдет. Thank you.
Боже, Лара! Как я рада тебя слышать! И я, Сэмми. Скажи, остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми? Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пимика. Рот, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держу там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но... сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня.